Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход работ по укладке нового покрытия на спортивной площадке «Вагарёва». Старое резиновое покрытие уже разрушилось, произошло истирание цвета. По многочисленным просьбам жителей его заменяют на новое, современное, которое не имеет швов и выдерживает даже очень высокие нагрузки. Работа выполняется строго по графику, сообщил депутат окружного совета депутатов «Единорос» Олег Цуцков.